гораздо интереснее учить, когда ты сможешь побыть и в роли водителя, и в роли пешехода. Сегодня стартует детский чемпионат по автомногоборью. Я присоединяюсь. Чемпионат – это большая увеселительная программа, в которой вы не только будете учиться, изучая правила дорожного движения, но применять их на практике. Это для того, чтобы в будущем, когда вы все подрастете, это вам поможет всегда быть внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения. Почему важно, чтобы дети пробовали себя и в роли пешехода, и в роли водителя? Потому что на дороге у нас все равны. Когда юный пешеход в роли пешехода переходит дорогу, он чувствует себя главным. С другой стороны, должен почувствовать себя, находясь за рулем, когда тот же самый его друг или другой человек переходит по пешеходному переходу, чтобы было взаимоуважение друг к другу. Программа «Автоград» была разработана депутатом законодательного собрания Константином Александровичем Чебыкиным. Мы его благодарим за это, потому что всем детям очень понравилась эта программа. И ждем, что и в следующем году с его помощью мы сможем продолжить эту программу. Сколько школьников обучились этой программе? В этой программе принимали участие 450 учеников из 8 школ. А всего у нас в районе 26 школ. И мы надеемся, что это только начало. В следующем году, я уверена, что программа продолжится, и учащиеся из других школ тоже пройдут обучение. Чемпионат состоит из трех этапов. Первый этап – проверка знаний правил дорожного движения. Второй этап – езда на автомобилях. И третий этап – нужно из пазлов собрать дорожные знаки. Как вы готовились к этим соревнованиям? Мы повторяли все знаки, как называются, что нужно делать, если ты видишь этот знак. У нас были специальные буклеты, мы их читали, потом проходили тесты. А еще здесь есть моя школа. Привет, как вы готовились к соревнованиям? К нам приходили и рассказывали про дорожное движение. Мы готовились дома, повторяли все знаки, и мы думаем, что мы победим. Кто-нибудь из вас умеет водить машину? Да. Все умеют, все за рулем водили настоящей машине. Мне папа давал на даче, я тоже машину рулить. А я учил правила вечером, по часам. И я знаю все правила. А ты? Я тоже. А вот это вообще не учил. Учил. Чемпионата «Автоград» знают правила дорожного движения как свои 5 пальцев. И сегодня они это продемонстрировали. Следила за соревнованиями София Рублева.